Здравствуйте, дорогие друзья! Привет вам из типичного поселения Первомайское. Я вот познакомился сегодня с Владимиром Ивановичем. Владимир Иванович – это представитель депутата Государственной Думы в Новой Москве, в ЗАО. Сегодня он ведет прием здесь в поселении Первомайское. Я хотел бы познакомить вас с Владимиром Ивановичем и, конечно, рассказать вам о возможности встречи с ним, потому что у нас много-много вопросов накопилось у жителей ТИНАО, у жителей Новой Москвы и ЗАО. И есть такая возможность высказаться, ну и решить проблемы. Пожалуйста. Дорогие друзья, я помощник депутата Государственной Думы Дмитрия Вадимовича Саблина, Демченко Владимир Иванович. Вот только сегодня от Виталия узнал, что, оказывается, есть такие места в Клёново, киевском поселении, где... Они знают, что существует такая приемная в Первомайском. Значит, дорогие друзья, если у вас есть вопросы к депутату Государственной Думы, если у вас есть проблемы, которые необходимо решить и которые находятся в ведении Дмитрия Вадимовича Саблина, прошу обращаться в приемную, которая расположена в поселении Первомайское, поселок Птичная, улица Центральная, дом 100. Прием осуществляется каждую среду с 12 до 17 часов. Мы рады вас видеть и по возможности решим ваши проблемы. Спасибо. Спасибо большое.